мой прекрасный Икар! Хорошо, хорошо. Ледяной дождь. Ты должен сразиться со Скорпионом. Ледяной дождь — это и есть секрет лабиринта. Чтобы спастись, мы должны собрать его. Ты молодец. Ты уже начал. Я видел, как перемещались кубы. Так вот, попав внутрь, используй дар Борея. Он позволит тебе управлять лабиринтом. Ты же... Что ты сделал с моим сыном? Мой сын! Где мой сын? Твой сын мертв, Дедал. Мой сын... Мое дитя... Нет! Я взял дар Аида, жидкий огонь и ледяной дождь, чтобы создать силу лабиринта. Силу созидания. Силу разрушения. Владыка богов оставил меня. Если я построю лабиринт, он обещал вернуть мне сына. Он сказал, что если взять жидкий огонь... О, мой сын, о, мое дитя. Thank you.
Сделал. Он запретил мне говорить с тобой. Если я нарушу запрет, он сделает с тобой то же, что и с моим отцом. Никогда. Он сказал, что убьет тебя. Он не сможет. Надо уходить отсюда. Идем. Я покажу тебе дорогу. Скорее!
готова. Сюда. Спасибо, Кратос. Наш путь еще не завершен, Пандора. И в конце ты не станешь благодарить меня. Я знаю, что выгляжу как дитя, но это не так. Я видела в жизни много ужасного. И я не боюсь. Я понимаю, что ждет впереди. Я видела, как Зевс пытал моего отца. Я видела, как он страдает из-за меня. Я должна была помочь ему, но я боялась. Гефест поступил, как и любой отец. Защитил свое дитя. Нет. Это все моя вина. Я не помогла ему из-за страха. Страх — это своего рода тьма. В этой тьме я слышала, как боги говорят обо мне. Называют меня чудовищем. Слова ничего не значат. Возможно. Но я слышала в этих словах страх. Страх перед покрытым пеплом воином. Страх перед тобой. Чем больше рос страх богов, тем больше росла моя надежда. Надежда — удел слабых, Пандора. Надежда дает силу. Вот почему мы с тобой здесь. Надежда — последнее оружие, когда все потеряно. Вот к чему приводит надежда, дитя. Ты должна запомнить это.
Цепь Кратос. Отец говорил мне, что на ней покоится равновесие сил на Олимпе. Порви цепь, чтобы поднять лабиринт. Жди здесь.